Привет, друзья! На связи с вами вновь Куликов Сергей, и это сайт focusatmoryka.ru. В этом видео я хочу подвести итоги конкурса на лучшего комментатора за март 2015 года. Что хочу сказать по поводу марта, друзья мои? Самых отстойных и ничтожных комментариев я в жизни не читал. То есть писали такую ересь, просто такую шляпу писали, я даже не знал, кого назначить победителем. Поэтому в марте месяце у нас не будет трех победителей, которым я отправлю карты, а будут три бедолаги, которые будут отправлять карты до конца года на судно моряка и снабжать весь экипаж. Ну что ж, бедолаги определены, давайте перейдем и посмотрим, кто же стал этими несчастными. Там-тарам-тарам-там-тарам-тарам-тарам-тарам-там-там. Друзья мои, вы, наверное, думали, что моряк тронулся умом, да? Да нет, пока что до этого не дошло. С 1 апреля всех, с этим хорошим чудесным днем, когда можно кого-нибудь подколоть, пошутить. Ну, не будем задерживаться, тем не менее, и перейдем опять же на наш стол, где объявим трех победителей, точнее, четырех победителей месяца марта. Итак, друзья, давайте перейдем на наш стол и посмотрим, кто же у нас стал тремя лучшими комментаторами за месяц март 2015 года. Итак, третье место занимает у нас пользователь с ником Слава Губенко. И его комментарии к фокусу, где нужно колоду избить до полусмерти, чтобы фокус получился. Итак, Слава Губенко, третье место. Что же получает у нас Слава? А Слава Губенко получает у нас колоду Bicycle Jumbo в красном исполнении. Хорошая колода, доводилось мне с такой иметь дело. Итак, переходим к месту номер 2. Место номер 2, и это пользователь с ником Рустам Ибрагимов. И его комментарии к фокусу к видеоколлекционеры. Итак, что же получает у нас Рустам Ибрагимов? А Рустам Ибрагимов у нас получает вот такую вот колоду Таллихо в красном исполнении. Ну что ж, друзья, теперь перейдем к первому месту. Первое место и коммент, который мне наиболее понравился, это комментатор под ником Руслан Артси Омау. Руслан Артси Омау. И его комментарий к фокусу «Детектив Джек». Итак, что же получает у нас Руслан? Руслан у нас получает вот такую вот колоду Bicycle School. Bicycle Черепушка. Итак, друзья, вот наши победители за месяц март. Но у нас же есть еще один человек, насколько мы помним, да? Это пользователь, который был самым активным. Тот человек, который постоянно присутствовал на канале, ну не то что постоянно, часто присутствовал на канале, лайкал, комментировал, там что-то делал. И этот пользователь у нас под ником Илья Осиновский. Итак, друзья, давайте посмотрим, кто у нас стал самым активным поклонником в марте месяце 2015 года. Сейчас у нас 31.03.2015 на календаре, время 21.07. Я захожу в раздел «Поклонники» и выбираю «Упорядочить по активности пользователя». По активности пользователя. И на первом месте у нас пользователь с ником Илья Осиновский. Илья Осиновский. Дико извиняюсь, если неправильно произнес фамилию. Именно Илья Осиновский на протяжении марта месяца был у нас самым активным поклонником. Хотя у него и нет недавних комментариев, но тем не менее на протяжении месяца он был самым активным.
Ну что же, я от души поздравляю Илью и переносимся назад на наш стол. Итак, что же получает у нас Илья? А Илья у нас получает, насколько мы помним, либо диск, либо деньгами, да, ну, Саралава сомневаюсь, что кто-то деньги предпочтет. Ну, либо вот точно такую же колоду, как и у третьего места. Bicycle Jumbo в красном исполнении. Вот такие вот победители у нас в этом месяце. Друзья, я всех от души поздравляю, комментов было много. Кстати, должен заметить, что у многих комментаторов проснулись поэтические начинания после того, как победил один комментатор в феврале со стихотворением. Вот, то есть было много стихов, были объемные комментарии, это просто не может не радовать меня. Прошу вас, продолжайте в том же духе, и, возможно, ты будешь следующим победителем. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, фокусы от моряка, и до встречи в следующих видео. Пока!